Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Мэри после волшебства с Саймоном призналась, что очень жалеет о том, что так быстро отдалась парню. Нужно было немного повременить с этим и получше узнать друг друга. Дима Дмитриенко сообщил, что у него все хорошо. В скором времени он расскажет невероятные новости. Это будет просто бомба, так что ждем. В сети появились слухи о том, что Алексей Купин и Майя Донцова улетели на Сейшелы, а их комнату на поляне заняли Валерия Фрост и Захар Соленко. Конфликт Ольги Бузовой и Виктора Дробыша всего за несколько дней привлек очень много внимания. Знаменитый продюсер оскорбил певицу своим небольшим пародийным роликом, после чего последовал ответ самой Ольги. Вся суть проблемы в том, что Бузова поет под фонограмму, что и пытался высмеять Дробыш. Однако мужчина все же извинился за свои шутки. Виктор признался, что не хотел обидеть Бузову, ведь в ролике пытался высмеять всех, кто поет под фонограмму, а таких очень много, в том числе из числа звезд зарубежной эстрады. Виктор попросил Олю не принимать это близко к сердцу и пригласил ее выступить на свою новую фабрику звезд. Сегодня в социальной сети появились слухи о том, почему Ольга Рапунцель забеременела. По некоторым данным, девушка просто пытается взять от телешоу все, что только можно. Рапунцель не планировала уход с проекта, однако из-за требований мужа пришлось уйти. Вот только спустя всего пару месяцев Оля прибежала обратно, отказавшись от Димы, ведь Дом 2 ей намного ближе, чем муж. Сейчас Оля будет отрабатывать свои гонорары по полной программе и выжмет из проекта все возможное, вплоть до призовой квартиры в одном из конкурсов. Интересная новость сайта Шлок. В городских квартирах прошли съемки ток-шоу, где бывшие и нынешние участники Дома 2 обсудили критику известного продюсера Максима Фадеева. Напомню, что Фадеев жестоко раскритиковал участников Дома 2 на кастинге в группу «Серебро». В сети появились фотографии Лизы Триандафилиди до проекта. Не каждый смог узнать участницу Дома 2. Не так давно стало известно о том, что свадьба Евгения Кузина и Саши Артемовой все-таки состоится. Ребята долгое время не подавали заявления в ЗАГС. Однако после того, как организаторы пригрозили забрать миллион, парочка решила расписаться. Ходят слухи, что Женя и Саша уже давно потратили миллион на покупку жилья. Парочка отказалась сделать свадьбу в этом году, ведь требуется много трат на ремонт квартиры. Вот только организаторы проекта буквально заставили ребят сделать свадьбу. Стоит отметить, что зрители Дома 2 увидят бракосочетание Кузина и Артемовой в одном из эфиров реалити-шоу до Нового года. Бывшая участница Дома 2 Екатерина Колесниченко недавно сделала ринопластику. Девушка рассказала, что первая операция прошла не совсем удачно, после чего пришлось переделывать нос. Только сейчас Катя осталась довольна работой хирурга и обещала больше не делать пластических операций. Буквально сегодня Колесниченко сняла повязку с лица и показала подписчикам свой новый нос. Поклонники подметили, что сейчас нос имеет большой размер и выглядит не очень привлекательно, в отличие от первоначального варианта до всех пластик. Катя поспешила успокоить своих фанатов, ведь прошло еще очень мало времени после операции, и отек пока не прошел. При помощи косметики Екатерина маскирует синяки, однако спустя некоторое время нос придет в полный порядок, тогда-то и можно будет критиковать. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.